Ситуация в Сирии. Взрыв прогремел в столице страны Дамаске. Это произошло в центре города возле пятизвездочного отеля «Дамарос». В этой гостинице проживают международные наблюдатели миссии ООН. В результате 3 человека получили ранения. О том, кто именно пострадал, не сообщается. По информации местных СМИ, взрывное устройство было прикреплено к канистре с бензином. Мы следим за развитием событий.